Продажу спайсов в Самаре удалось значительно сократить. На заседании антинаркотической комиссии подвели итоги уходящего года. В начале 2011-го в Самаре насчитывалось 90 киосков, где продавали опасные для здоровья курительные смеси. Совместными усилиями горадминистрации и наркополиции места продажи дурман травы удалось ликвидировать. И мы здесь нашли понимание, и именно с этими людьми был организован комплекс мер, что у нас киоски были или убраны, или приведены в порядок в соответствии с нормативной базой, чем они должны были заниматься. В результате чего сейчас мы вот не наблюдаем такого явления, скажем, в том масштабе, которое оно было до этого. Но вот число наркоманов, употребляющих дезаморфин, становится все больше. Многие любители героина переходят с дорогого зелья на дешевые синтетические наркотики, производимые кустарным способом из кодеиносодержащих препаратов. В этом году погибли около 400 человек. Это на сотню больше, чем в прошлом. Бороться с печальной статистикой участники комиссии предлагают запретом на кодеиносодержащие лекарства. Федеральный закон, запрещающий свободную продажу таких препаратов, вступит в силу 1 июня следующего года. Члены антинаркотической комиссии готовы выйти с инициативой ввести запрет в Самарской области уже с 1 января.